Всех приветствую, желаю вам крепкого здоровья, рад вас видеть. Прошу не пенять за мой гундосый и хрипой голос. Дело в том, что я немножко простудился. Но это не помешало мне сделать ряд опытов, исследований в области звукозаписи такого инструмента, как варган, в домашних условиях на рекордер Tascam DR05X. И своими изысканиями я в этом видео с вами и поделюсь. Надеюсь, это будет вам интересно, полезно, кому-то поможет. Дело в том, что качеством звукозаписи своего воскресного наигрыша я остался недоволен. Мне не понравился слишком дребезжащий звонкий звук. Там было много шумов. Звук этот не был обработан ни в какой звукоредакционной программе, и я решил разобраться с настройками, чтобы исходное качество записи было как можно более лучше и приятно на слух. Еще раз повторюсь, что я не профессионал, что касается работы со звуком в области звукозаписи. Опыта у меня практически никакого нету. Где-то посмотрел информацию в интернете, где-то опытным путем пришел к определенным умозаключениям, и результаты этих опытов можете увидеть. А таких примеров будет 6, и вы сможете сами оценить, какие настройки более выгодно передают звук инструмента, а какие не очень. Ну а на этом у меня все. Всех благодарю за внимание. Надеюсь, этот ролик был вам полезен.